Здорово. Давно тебя не видели в интернете, поэтому надо же показать, что ты опять не в Сирии, не в Колумбии. Здравствуй. Ну ладно, значит, сейчас возьмем интервью у главного агронома подразделения спорта. У Аграновича? У Аграновича, да. Агронович там, главный агроном он. Ну снова в интернете идут слухи, что ты то в Сирии, то в Колумбии, то в Никарагуа. Да. На Донбассе мотор? Я на Донбассе. Да. Занимаешься земледелием? Да, земледелие, подготовка к параду. Попросили вот у фонда берцы, очки на парад, новенькие, что были. Потому что все уже поизносили, поизнаскали. Некоторые вещи уже по несколько раз, чтобы не думали, что ну, это ты куда-то. Понимаю, вот. Где-то. Есть люди, которые сдали берцы? Вот, да, вот, вот, стоят. Видишь, Глеб? Ага. Это все военнослужащие. Ну, кстати, смотри, они живые абсолютно. Были в работе и все равно... Люди, которые увольняются, возвращаются на место. Это прекрасно. Прибывшие, все хранится. Это вот, и броня, все как положено. Спасибо, Донбасс. Разгрузочки. О, зимняя форма. Вроде, да, да, она самая. Спасибо, Донбасс, лежит. Все лежит здесь, не на рынках, а на складах. Все как положено. А, ну и колумбийский чистый. Да, кокс. Ну, в общем, приглашаешь на парад всех 9 мая. Будет грандиозно? Я думаю, что да. Думаю, что да. Тогда до встречи. Че, пойдем в расположение, поднимемся. Давай. Мотор, вкратце расскажи, чем ты занимаешься. Свободная от службы время, так сказать. Ну, как бы мы купили беспилотники, квадрокоптеры, которые у нас поломались. Мы их восстановили. Вот этот полностью, он полностью разбился, и полностью я его собрал. Сейчас мы его как бы поставили на ноги. Сейчас осталось только там некоторые вопросы добавить. Докалибровать, доделать и все. Ну, про вопрос, это ты функцию бомбардировки ковровой? Нет. Ковровой бомбардировки это не наша тема. Нет. Ну, вопросы, касающиеся непосредственно подъема его, управления камерой. Ну, дополнительные, так сказать, настройки. Угу. Вот. Добрые люди нам его заглушили, расстреляли. Он разбился, и нам пришлось его перебрать полностью. Все дополнительное оборудование. Чик-чик-чик-чик. Убираем горлышки и перерезываем. Да вот-вот. Все красиво. Да? Такой ерундой мы занимаемся. Да не, ну это серьезная вещь. Нужно. Ну, тупые эти ватники. Тупые ватники. Да-да-да, не очень. Да, тупые ватники. Все это подсоединяется к компьютеру. Стоят приложения вот один, кабель. Это от контроллера центрального. По точкам ходит GPS? А? По точкам. Отлично, это самое ценное. И еще контроллер есть на управлении подвесом, на котором висит камера. То есть мы продемонстрировали работу, так сказать, подвеса. Ага. Со стабилизацией, да, все? Свет Ирновой. Ну, тот, кто понимает, тот, кто знает. Угу. Чего это все стоит? Да. Видишь? Угу. Подвес работает отлично. Все четко. Кто знает и понимает, чего стоит откалибровать подвес. Программа, где на русском языке, только я не знаю, что. Ну все, скоро будем от мотора получать самые ценные разведданные. С высоты птичьего полета. Отлично.